России листопад. Над опустевшим садом журавлики летят, летят и все сильнее. Слышна в их криках грусть, да есть ли где роднее для них земля, чем Русь. Уж их не видно в тучах, закрывших небосвод, паломников летучих, кто за морями ждет. Не высказать словами, что на сердце лежит. Журавлики за вами, душа моя летит. Быть может, и не готовы прекрасные сады до сей поры Христовой, хранящие следы. Уж их не видно в тучах, закрывших небосвод, паломников летучих, кто за морями ждет. Не высказать словами, что на сердце лежит. Журавлики за вами, душа моя летит. Развеял север хладом России листопад. Над опустевшим садом журавлики летят, журавлики летят, журавлики летят. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Анна Широченко и Виталий Чубейко. Здравствуйте. Здравствуйте. Песня. Я даже забыл, что у нас передача начинается. Так у меня песня вот вместе с журавликами унесла. Спасибо. Хорошо у вас. Восприятие такое. У меня. Хорошо у нас... Где? Поется у вас хорошо. Здесь поется, да. Александра Невская лавра. Несомненно. Да. Конечно. Вы сразу же приехали и к мощам благоверного великого князя, да? А вот все последние годы был период, когда я здесь жила, работала, вся моя светская часть. Потом я уехала, духовная жизнь моя состоялась в Москве, но потом были долгие годы, когда я сюда приезжала только к святыням. Вот. И фактически, даже обижаются на меня, что я никому не звонила, бы для меня было самое главное сразу с поезда к Ивану Кронштадтскому, Ксении Блаженной и в Александру Невскую лавру. Угу. Вот. Это закон всегда был. К святым местам. К святым местам, да. А у вас что, так появилось стремление к какой-то к аскетическому образу жизни, да? Вот. Я вот так понял, ну, из предыдущего рассказа, да. Что с вами вот на этом пароходе произошло? С акцией возрождения, с да, акцией по русским рекам и городам, да. С заездами в монастыри, где были еще иконы. Вы ощутили бездну греха, да? Да, ну и благодать Божья, потому что я же впервые увидела так близко и фрески, иконы, и фрески с выколотыми глазами. Знаете, это все-таки... Конечно, это вас перевернуло. перевернуло. И получилось, что у вас душа стала разрываться между тем, что вы делаете, и вот этим всем, да?
Знаете, вот было такое ощущение, что с меня сняли кожу. И я вот кожей чувствовала все, и радости, и боли. А при этом даже сначала еще не понимала, что с этим делать. Вот я поняла, что Бог есть, но сразу в храм-то не пришла. Вот, и только когда уже... Потому что был удивительный благодатный период, удивительный. Даже рассказывать не буду, но это чудеса. И, конечно, сплошные. И такая радость, и такая любовь. И ко мне, Боже, и я в этой любви отдавала людям. Вот мне, конечно, хотелось бы, чтобы когда-то хотя бы чуточку этого вернулось, чтобы я смогла так вот тоже согревать людей, как это было в тот период. Но период этот закончился, потому что иначе мы были бы все емелями. Господь дал благодать, да. Да. Вот закончилось, потому что нужно было трудиться самой. И пошли такие скорби и неудачи, вот, что просто в храм уже приползла. Вот. И, конечно, знакомая история. Для многих, я думаю, да. Знакомая, да. Возвращение, да. К отцу. Знаете, батюшка, вот прозвучала эта песня «Журавлики», а перед ней... Обычно на концертах я читаю стихи. Я вот говорила в прошлой передаче, что мне приходилось вести, заниматься разными делами. Когда мы приходим в храм, то мы там и швец, и жнец, в общем, да, все. И совсем не обязательно то, что ты делал раньше. Вот я вела передачи на радио 5 лет, и приходилось сталкиваться с очень тоже непростыми вещами. Например, могли позвонить и сказать, телефон мой как-то был известен кому-то. Вот звонили домой и говорили, не могли бы позвонить с девочкой, ей 18 лет, она умирает. Ну вот тут я, например, не нашла сразу в себе силы с ней поговорить, что ей сказать. Вот. Я говорю, знаете, у меня завтра передача, пусть она ее послушает, а я ей отвечу там. Я тогда написала стихи, которые вошли у меня в программу, в диск тогда, в «Край благодатный», называется «Они отчаявшемуся». Есть мир иной, его не видишь ты. Там все живой гармонии подвластно. Душа там ищет детской чистоты, не скорбит о суетном напрасно. Есть мир иной, его не видишь ты. Он рядом, только руку протяни. Или сделай шаг, или попроси у Бога. Но вырастают стены на пути, и начинает вдруг петлять дорога. Но ты не стой, зови, стучи, кричи, моли о чуде и проси ответа. В холодном мире скорби и вражды ты жить не сможешь без любви и света. Просящему в сердечной простоте в единый миг даруется так много, и ты увидишь вдруг, что в полноте вся милость и любовь у Бога. Вот я очень хотела прочитать эти стихи, потому что я как-то вот перед этой песней пою. Их они для меня важны. А вот сейчас этот приезд в Петербург, что вы ощущаете? Вот вокзал... московские. Вы прям ловите мои настроения, батюшка. Знаете, вот я села, поехала к Ксении Блаженной, а по дороге я не могу, поймала себя на том, что я просто не могу наглядеться. Я вот смотрю на улицы, на дома, на прохожих, и вот впитываю это все дорогое, родное, любимое. Потом получилось, что я в гостинице остановилась недалеко от театрального института. Мало того, там оказался Преображенский храм, в который я когда-то впервые однажды из театрального института зашла. И я была в таком недоумении, что люди вереницы идут к одной, ну, теперь мы поняли, лжице, да, к чаше, и из одной ложки что-то... Для меня это было так странно. И я так далека была от этого, и вот кто бы знал, что пройдут годы, я так же, как и остальные, теперь как к самой огромной святыне. Вот как-то все это напоминало, что я даже повернула за угол, и вот этот Преображенский собор, вот куда я когда-то вошла, вот ощущаю... Просто какой-то... Ну, а с тем, что еще здесь дорогие мне, любимые святыни, святые и святыни, и я не раз приезжала сюда и останавливалась пожить в монастыре. Ну, послушание не брали, но, по крайней мере, по несколько дней. На Карповке? На Карповке, да. Да. Вот, то, что это... И я оставалась в монастырях на месяц пожить. Никогда не узнаешь жизни изнутри, если ты не поживешь там, не потрудишься.
Вот, это, конечно. У нас пришла пора спеть песню. Да. И будем дальше продолжать разговор. Да. Ну вот, я... Песня дорогая мне, она тоже возникла как поздравление, но, конечно, детям посвящается, венчание. Я очень много знаю хороших песен о любви, но мне какой-то не хватило. Я написала свою венчальную, но у детей, конечно, огромные сейчас испытания, искушения, на них такая волна хлынула, и поэтому я хочу прочитать стихи перед песней. «Знаешь, дочь...» Правда, это тоже уже как песня существует, но сегодня я прочту как стихи. «Знаешь, дочь, в этом мире изменчивом все бушует, зовет и манит. Сколько радостей душам доверчивым этот мир наслаждений сулит. Сердцу хочется тайны обмана, жгучей радости, пули шальной, чтоб, сорвавшись холодным туманом, вдруг повиснуть над бездной морской. Ты не верь этой злой круговерти, недалек и бескрылый полет. Если свет в твоем сердце померкнет, с ним и радость земная уйдет. Море жизни подхватит в мгновенье, пошвыряет на мутных волнах, схлынет вдруг, оставляя лишь пену на израненных в кровь берегах. Но горит свет лампады Христовой в чистых душах и добрых сердцах, отзываясь и в нас тихим словом, будто отблеском звезд в небесах. Непростая дана нам дорога, но иную себе не проси. До венца от родного порога донеси этот свет, донеси. До конца от родного порога донеси этот крест, донеси. А песня венчальная. Свет лампад в благодатной тиши, легким эхом обеты звучат. Две счастливых, две робкие души у подножия неба стоят. Что им видится там впереди? Светлой радугой стелится путь. Мир земной отступил до поры в озарение этих минут. Взмахом крыл в глубиную ввысь их сердца, замирая, летят. Помолись ты за них, помолись, видишь, ангелы с ними парят. Мужи, возвеличися, и жена, возрадуйся. Бог и Богородица на венцах у вас. То, что сочетается от десницы Божией, то навек скрепляется им на небесах. Богом венчанные в этот миг, все для них в этом храме простом. Тайны вечности, тайны любви дышат лики старинных икон. Два кольца, два венца, две свечи, но судьба и дорога одна. Светлым днем и в кромешной ночи провожает их Божья рука. Бед и радостей все на двоих, им отмерено будет сполна. Жизнь прожить и любовь сохранить всем скорбям дорогая цена. Помоги им, Господи, жизнь прожить достойную, в трудных испытаниях веру пронести и от дома
отчего до порога Божьего, им единым зернышком в небо прорасти. Помоги им, Господи, жизнь прожить достойную, в трудных испытаниях веру принести. И от дома отчего до порога Божьего им единым зернышком в небо прорасти. Им единым зернышком в небо прорасти. Спаси, Господи. Как хочется, чтобы так было, батюшка. Да. Это ж как так. Молитва матери. Ну, мама и дочь, как два сообщающих сосуда. Если с мамой все в порядке, и в душе, и если она молится, то это все передается незримо. Вот это. Состояние материнское. Да, я да, думаю, спаси, Господи. Это хороший посыл душевный. Хочется. Но у них уже другие судьбы, да. Они другие люди, это, другие характеры. Нам очень важно это понимать, не навязывать. Это, конечно, самое свой трудное. Образ, да. Да. Одна любовь, одна любовь. Есть у людей такое, засовывать в свои коробочки людей, в свои представления. А то, что не вмещается, обрубать. Вот, ну, упаси Господь от этого. Я хотел поделиться тоже песней. Я, как всегда, хочу одну спеть. Потом получается другое. Потому что вы же не слышали, как я играю. Как бы, ну, может быть, там... Слышала передачи, смотрела, конечно. Ну, песня вот это именно хочу, захотелось поделиться. Я видел жизнь, и раны, и лохмотья, и пыль дорог, и пепел прошлых лет, и позолоту зла, и жабу на болоте былых страстей. Теперь мне нужен свет. Проснуться утром новым, светлым, чистым и полететь над этой кутерьмой и голосом певучим, серебристым наполнить возвращение домой. Беззаконие моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред тобой сотворих, яко доправдишься в суды всех твоих, и победишь и внегда осудите тебя. Видел жизнь и славу, и забвение, предательство друзей и доброту врагов, и радость бытия, и мрак грехопадения. Я видел жизнь,
теперь нужна любовь. Весенний ветер мне напомнит детство, и лес, и речку, и простор полей, и радостно в груди забьется сердце. А если любишь, сердце не жалей, не жалей. Слушала. Необычно, да? Слушала, ну да, конечно, молитвы включили. Слушала вас, вспоминала прошлое, вот, и помню, как я расстроилась. В 38 лет я обрела веру. И думаю, ну почему так поздно? Ну почему? Насколько, я помню, прочитала статью Владимира Заманского, в которой он тоже как бы сокрушался тогда. Ну почему так поздно? Вот, ну, это не поторопишь, и понимаешь, что искушаемый, наверное, искушенный может искушаемому помочь, если уже что-то удалось вот преодолеть, может быть, да? Потому что уже столько наломано-переломано, столько всего пройдено, и все это опыт, ты уже опыт знаешь, приходит. Чего это стоит, да, и как трудно из этого выбраться. Я вот помню три рассказа о Владыке Иннокентии, когда-то три Нины. Одна была в семье благочестивых родителей, сразу ушла в монастырь. Другая хотела уйти в монастырь, но у нее была мама, и она ее довела до преклонного возраста, но в монастыре, монастырь там недалеко, и ее уже знали к старости, когда она туда пришла. А третья Нина обрела веру в городе, жила в общежитии, и вот когда она обрела, то все над ней стали смеяться вокруг неверующие. И она, защищая веру, очень испортила себе характер. Вот, в конце концов, она ушла в монастырь, и в монастыре тоже со всеми стала ругаться. Вот, Тренин называется рассказ. И даже собралась уйти из монастыря и пошла уже за ворота, а там сидит старец и говорит: «И куда идешь?» Она говорит: «В другой монастырь, здесь вот так, вот так». А он говорит: «Возвращайся, там найдешь то же, что и здесь». Она вернулась, стала жить, опять со всеми поругалась, там все. Потом тяжело заболела, в конце концов, со всеми примирилась и умерла. И вот в конце вопрос был такой задан: какая из тех нин больше всех Богу угодила? И Владыка отвечает, говорит, он говорит: «Я не знаю, потому что не по результатам будет оценено, у всех условия разные, а потому, сколько усилий мы приложили, чтобы вырваться из этой жизни и приблизиться, да, к Богу». Вот, поэтому искушенные. Что у вас сейчас с творчеством? Что вы планируете? Планируем. Как вы живете? Есть какие-нибудь перспективы? Цвет вот ну, намечены какие-то концерты в Москве. Вот пока пошла очень давняя, дальние пока в Доме ученых у нас будут вечера и в Большом, и в Малом зале. Потом я продолжаю еще какие-то песни петь и романсы. Вот, например, у нас на 29 ноября назначен вечер романсов с Леонидом Сергеевичем. Мы когда-то с ним были очень хорошим дуэтом, и спустя годы сделали снова программу романсовую. Вот. В своем отделении мы работаем по отделению, плюс еще песни совместные. Вот. Мы можем петь там и немножко и свое, и авторское. Вот. И пишутся диски, очень есть дорогие для меня программы. Есть благословлена программа Пушкина, пушкинский диск, потому что там не только известные романсы, но и 17 лет назад у меня написаны песни на духовные его стихи и переписка со святителем Филаретом. Это все есть. Вот. Но мы трепетно к этому относимся, поэтому, конечно, путь – это нелегкий труд. И царская программа еще.
еще тоже пишется. И вот я всем хотела выразить свою благодарность. Вот. И как пожелание и вам, тоже большое, и всей вашей группе, всем вашим помощникам. Есть у меня такая песня. «Союз». Что? Телеканалу «Союз». За то, что такую возможность дает. Да, когда-то я, когда в первый раз включила его, я не поняла, что произошло. Да. Я подумала, я в другой стране нахожусь. Уже это не современность. Это было такое счастье. Я не могла целый день выключить, потому что я должна была насытиться этим. Просто Божьей помощи во всем, конечно. Спасибо, Господи. А песня называется «Колокольчик надежды». Пусть ваш дом собирает долгожданных гостей, с каждым днем обретая новых верных друзей, чтоб года не стирали устремлений надежд, чтобы души сияли златым чувств и одежд, сколько вьюги и ветры не шумели вдали, пусть годами лишь крепнут узы вашей любви, пусть годами лишь крепнут узы вашей любви. Сколько бед и печалей не врывалось в ваш дом, чтобы вы устояли и сейчас, и потом, чтобы в сумраке ночи, в бездорожье и мгле, колокольчик надежды нам звонил о добре, колокольчик звонил о добре. Чтоб не канул во мраке голос Божьей любви, ты звони, колокольчик, непрестанно звони, чтоб в безверии и злобе не застыли сердца. Надо тихо с любовью к ним взывать до конца. Надо тихо с любовью к ним взывать до конца. Пусть ваш дом собирает долгожданных гостей, с каждым днем обретая новых верных друзей, чтоб года не стирали устремлений надежд, чтобы души сияли златым чувств и одежд, сколько вьюги и ветры не шумели вдали, пусть годами лишь крепнут узы нашей любви, пусть годами лишь крепнут узы нашей любви. Спасибо, Господи. Чтобы так и было. Да, к сожалению, передача наша подошла к концу. Спаси Господи. Спаси Господи. За эту встречу. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» закончена. С нами была Анна Широченко, Виталий. Забываю. Чубейко. Все время забываю. Вот. Так что Божья всем помощи. И ждем вас еще у нас в гостях в Петербурге, в вашем родном городе. В родном, любимом Петербурге. Да. Спасибо. Я очень надеюсь. Божья всем помощи и ангел-хранитель. Спаси Господи. Спаси Господи. Всего доброго.